Привет, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про новый режим, который будет тестироваться на песочнице. Называется «Стратегия Победы». Немного посмотрел я, как блогеры играют в этот великолепный режим от наших великолепных разработчиков. Это действительно что-то новое. Как обычно, что-то новое может кому-то понравиться, кому-то оно не зайдет. То есть это внутри проекта World of Tanks какой-то нишевый режим, который некоторым людям зайдет. Для чего в него играть, честно говоря, я не понимаю. Если играть в то, что они показали прямо сейчас, то игра бессмысленная. По сути, атмосфера и смысл такой же, как примерно в линии фронта, только еще хуже. Просто напихают каких-то наград, и это будет очередной недорежим, нуднейший. Сейчас объясню, почему и что это вообще за режим. Сначала нужно обосрать, а потом прояснить почему. Итак, стратегия победы — это режим, где за одну команду из 7 человек на 10 уровне играют игроки, каждый на своем танке. За другую команду играет один человек, который управляет 7 ботами. Плюс у него с его стороны расставлены всякие доты, пушки, пулеметы, огнеметы, звездолеты, короче, всякие оборонительные приспособления, которые будут стрелять по врагам, которые будут на него нападать. Также он еще имеет возможность в любой момент сесть за руль любого танка, которым он командует. Отсюда и пошло, наверное, название «Стратегия Победы», типа ты как стратег великий командуешь своим войском. Вроде как интересно, ты создаешь для себя бой, вроде как в игре World of Tanks, где все время ты играешь в рандоме. Но каждый раз в рандоме союзники не делают то, что ты хочешь. Вот ты можешь сам расставить их как тебе надо, сесть за любой танк, еще и сыграть. Вроде бы прикольно звучит. Но фишка в том, что против тебя играет не такой же чел, не в таких же условиях. Против тебя играет 7 человек, где на каждом танчике живой человек, который может хорошо отыграть, и ты не успеешь скоординировать все свои танки, чтобы сыграть хорошо. Первое, что мне сразу же не нравится: зачем мне играть за команду игроков против команды одного командира? В чем тут прикол, в чем интерес? Я же ни с кем не соревнуюсь, по сути, я просто должен преодолеть его деф. Он защищается, плюс ему там пушки всякие помогают. Для чего мне это? В чем тут интерес? Я статистику тут буду какую-то набивать, я буду с циферками соревноваться, с отметками. Я просто поприсутствую в бою, постреляю в пушечки, понагибаю ботиков и после этого получу награду. Как обычно, накатаю кучку боев и за это получу побольше награду. Может быть, картошка выкатит какое-то мероприятие под этот режим с основной наградой, там танк, прем или еще какая-нибудь билиберда. Это просто очередной режим для накатки времени и все. Он вообще мне не интересует ничем. То же самое, когда я играю за командира и там стратегию придумываю. Для чего мне это делать? Я по картам, по стратегии, в принципе, все понимаю. Мне это не интересно. Может быть, пару раз сыграть, посмотреть, как оно работает. Поначалу будет интересно. Я на каждой карте там что-то там потыкаю танчики, они разъедутся и все. Этот режим максимум, ну, боев на 10 за командира и боев на 0 за игроков. То есть за игроков я не хочу играть вообще. За командира я бы просто пару раз сыграл, просто для разнообразия. Этот режим для меня мертвый сразу. Это первая моя претензия. Вторая. Зачем соревнуется командир против игроков? В чем здесь смысл? Было бы интересно посмотреть, как игроки играют против игроков. Чтобы они как-то двигались вверх, развивались, по какой-то лестнице шли вперед, поднимали статистику, ранги какие-то были, чтобы было движение. И соревновались с остальными командирами. Вот это была бы стратегия победы. Твоя стратегия переиграла вражескую. Или враг тебя переиграл. Вот это интересно. Это очевидно, что стратег против стратега было бы интересно. Было бы посмотреть прикольно, как там блогеры против блогеров играют. Киберспортсмены против киберспортсмены. Потом запилить какой-то ранговый режим в этом всем. Запилить обычный рандомный режим под этот режим. Это было бы прикольно и интересно. И как нишевый проект внутри проекта, это заинтересовало бы какую-то часть аудитории, они бы в это играли. А вот то, что сделали разработчики,
Мне сразу не нравится, вообще не интересно. Абсолютно. Также еще это все на закрытом тесте песочницы будет тестироваться. То есть нужно подавать заявку, и те, кто им понравится, они одобрят, те будут это тестировать. 21 числа это все начинается. Сразу вопросы, будет ли стрим по этому режиму у меня на канале и так далее. Когда картошка это все выпустит и будет открытый тест, тогда и будет стрим. Сейчас подавать заявку на закрытое тестирование, что-то там ждать, следить за этим, качать. У меня нет времени, нет желания. Мне не нравится этот режим сразу. Сразу жду, когда они переделают его командир против командира. И тогда я его поиграю, постримлю, попробую. Сейчас у меня идет на ГК ивент. Он заканчивается 25 числа. А эта помойка на закрытом тесте песочницы начинается 21. У меня времени сейчас на то, что меня не интересует и вообще не нравится, нету. Ни подавать заявку я не буду. Не ждать, как Хатика одобрит ее или не одобрят. Качать там этот песочницу, чтобы сыграть один раз и удалить. Мне это не интересно. И время на это тратить я не собираюсь. Сейчас задача доиграть ивент, чтобы время не пропало зря и танчик все-таки был получен. Сейчас я нахожусь на 5473 месте, у меня 28 тысяч очков. Половина ивента уже прошла, нужно доиграть еще половину. Потом я получу новый танчик, покатаю его, возможно еще получу ИС-5, на котором ни разу не играл, у меня его не было никогда. Вроде как танчик не очень. Я его тоже постримлю, посмотрим, насколько он не очень. Вот такие у меня планы, и время на картошкиный недорежим у меня сейчас нет. Рвать жопу ради какого-то хайпа я не хочу. Занимаюсь тем, что мне интересно, продолжаю делать для вас контент. Все. Если картоха не исправит этот режим и не переделает, это будет такой же полумертвый режим, как и линия фронта, и все остальное нудное, скучное для танкистов, которым лишь бы что-нибудь там в награду получить, что-нибудь пофармить. Абсолютно им все равно, насколько интересен и играбелен режим. Главное, что на экранчике едет танчик, он делает пыщ-пыщ, и за это дают награду. Такое играть мне не интересно, тем более никакой соревновательной и увлекательной части в этом режиме нет для меня вообще. Поэтому он идет лесом. Также еще огромное количество танков ждет своих трех отметок. Стратегии на каждую катку для разных классов техники. За это я даже не брался. Вообще на это нет времени. Также после ивента еще нужно сделать видосик про сам ивент на ГК. Потому что картошка не могла не обосраться, как обычно. Да и в целом расскажу впечатления. К тому же частично меня еще поглотил Тарков, который явно интереснее, чем новый недорежим картошки. И самое интересное, что в этом режиме нарисовано огромнейшее количество всяких менюшек, иконок, там, таблички, там, какие-то значочки. Понарисовано было куча всего. Никто этого, наверное, не заметит, но картошка каждый стрим с разработчиками нам говорит: «Ой, мы ничего не можем переделать. Ни колесо команд, ни менюшечки, ни перерисовать, ничего мы не можем. Ой, не хватает людей, которые рисуют вот это вот все, их никогда нет. Так сложно это делать». При этом они каждый год по 200 тысяч миллионов недорежимов высирают, в которые рисуют миллиарды этих недоменюшек. Но доделать и доработать старые режимы, на них людей нет, времени нет, оно им не надо. А выкакать новый недорежим, это всегда пожалуйста. Если они его переделают и он будет интересным, я буду только рад. Но то, что они сейчас показали, это хрень полная. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.